Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить о клевете. Сегодня я хотел бы поговорить о втором признаке клеветы, это пороки. Вернее, не сколько пороки, сколько о том, что клеветник, он порочит. Знаете, клевета не всегда бывает ложью, клевета может быть и правдой, но если вы берете информацию, которая пусть правдива, но вы используете ее для того, чтобы кого-то опорочить, это тоже будет клеветой. Потому что главное, на мой взгляд, в движении вот этого духа, все-таки не вскрыть правду, не рассказать правду или не оболгать человека, а опорочить его, опустить его репутацию, втоптать его в грязь, уничтожить его как личность. Это цель клеветы. Если вы будете держать это в уме, то вы увидите, что часто наши с вами грехи, наши с вами ошибки, наша опрометчивость, вспыльчивость, гневливость и так далее могут стать объектом для того, чтобы кто-то, взяв это, начал нас порочить. Итак, клевета используют зачастую, используют правду или, что еще более жестко, полуправду, намеки, для того, чтобы опорочить человека. В центре клеветы ее целью является опорочить.